Музыканты, художники, фотографы, поэты и писатели, дизайнеры, стилисты и визажисты, деятели кино. Более 300 участников, и все они родом из Кургана. Теперь представляют так называемую курганскую диаспору в культурной столице России, в городе Санкт-Петербурге. Идея провести фестиваль искусств появилась еще 10 лет назад. Каждый год Питер прирастает творческими людьми из-за Уралья. Как только был кинут клич о проведении фестиваля «Курган Best Fest», на оргкомитет сразу обрушился шквал заявок. Один из организаторов, участник групп «Психея» и «Бэд Самурайз» Андрей Оплетаев, говорит, даже несмотря на весь оптимизм, такого количества участников никто и не предполагал. Нам приходится отсекать, конечно же, какие-то заявки, потому что мы не просто хотим показать курганцев. Курган Best Fest не потому, что Курган – лучшее место на Земле. Мы хотим показать то лучшее, на что способны курганцы. Поэтому мы не стартовая площадка для начинающих артистов или художников, но и, в общем-то, и не колыбель для состоявшихся. То есть мы не создаем здесь сладких условий. Мы для того, чтобы показать силу творческую. Фестиваль откроет двери вечером 26 июня и закончится утром. В программе концерты, выставки, перформансы, видеоинсталляции, поэтические и литературные чтения. Специальный гость фестиваля – проект Дмитрия Фео-Порубова «Антикризис Суперстар». Кроме того, главная красавица страны тоже из-за Уралья. Своим визитом творческую молодежь порадует мисс Курган.ру и краса России Татьяна Баитова. Ходил такой миф, или не миф, я не знаю, что вообще Курган – это аномальное место, где много рождается творческих личностей. И это интересно, это стоит проверить. Информационное агентство «Курган.ру» подарит 2 билета на это грандиозное мероприятие. Следите за новостями в нашем паблике ВКонтакте. Совсем скоро стартует конкурс репостов. Кстати, для участия совсем не обязательно находиться именно в столице Зауралья. Фамилия победителя появится в списке приглашенных гостей фестиваля «Курган Best Fest» автоматически. Марина Богатырева, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».